СИЗО, как в келье. Полковник ФСБ Черкалин, у которого нашли 12 миллиардов, сидит в камере со всеми удобствами, развесил в ней иконы и много молится. Между тем, адвокат экс-владельца Югры Хотина заявил, что его подзащитный не давал показаний против Черкалина. Так называемый полковник с 12 миллиардами, глава банковского отдела ФСБ Кирилл Черкалин, превратил свою тюремную камеру в келью. 38-летний полковник развесил в СИЗО Лефортово икона и истово молится, при этом камера почти со всеми удобствами, в то время как начальник Черкалина Дмитрий Фролов помещен в камеру без ремонта и горячей воды. СМИ объясняют это связями отца Черкалина. Тот тоже офицер ФСБ, возглавлял отдел кадров одного из подразделений Главного управления специальных программ при президенте России. О разных условиях двух арестованных по одному делу рассказал в интервью «Бизнес-ФМ» ответственный секретарь Общественно-наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. Черкалин его встретил в модном спортивном костюме «Живанши», один в двухместной камере с горячей водой, телевизором и холодильником. Это двухместная камера нового корпуса, много икон в камере, просит. Единственное, что он-то вывести его к священнику в ближайшее время. Для нас было, конечно, удивлением, он достаточно молодо выглядит. Ему 38 лет, он говорит о том, что много занимается спортом, ему нравится еда, которая в следственном изоляторе. Не видно, что старался он понравиться в общении с нами в том числе. Собственно, чувствуется определенная специфика его профессии. Он достаточно быстро, практически на зубок выучил правила внутреннего распорядка. Также там содержится другой фигурант этого дела, бывший заместитель начальника управления К ФСБ России Дмитрий Фролов. Нас насторожило, что у него была сломана рука. Оказалось, что сломал он ее при задержании. Ему была оказана медицинская помощь в последующем. В СИЗО Лефортово следят врачи, что необходимо ему, конечно, повторно рентген провести. В отличие от Кирилла Черкалина, Дмитрий Фролов содержится в камере старого корпуса, где нет горячей воды. Камера длительное время, видно, была без ремонта. Там нет даже необходимой перегородки между санузлом и самой камерой непосредственно. То есть не соблюдаются условия приватности. Вот, родительная разница между ними. А при этом, конечно, нас удивляет, почему, собственно, несмотря на наличие у него хронических каких-то заболеваний, да, вот в том числе там сломанной руки, почему не поместили его в камеру с горячей водой. Иван Мельников. Как выглядит 38-летний Черкалин, оценить трудно, в сети почти не найти его фото. Все указанные ссылки на данный момент неактивны, даже на фото из суда во время ареста Черкалина есть только Фролов. Черкалин и Фролов были задержаны после обвинительных показаний бывшего владельца Югры Алексея Хотина. Банкир якобы рассказал, что 3 года платил офицерам за покровительство, утверждают источники РБК. Хотя адвокат Хотина Игорь Мардиросов заявил Бизнес-ФМ, что банкир никогда не передавал никаких вознаграждений госслужащим, сотрудникам правоохранительных органов, в том числе ФСБ, и потому не мог дать таких показаний. Это, скорее всего, провокация, сказал защитник Хотина.